селе Курбатово Кравлинского района радость для всех православных. Силами местных жителей через пожертвования здесь восстановили храм. Спустя 80 с лишним лет, все это время односельчане, что называется, камень за камнем восстанавливали полуторавековое здание, с которым, как они говорят, по красоте и величию вряд ли сравнится хоть одна современная церковь. В 1938 году настоятеля храма арестовали и расстреляли. Ну а церковь закрыли и полностью разорили. Когда отца Леонида арестовали, не было у нас священника, настоятеля не было, и храм закрыли. В это время в храме были сельскохозяйственные. Естественно, склад был, зерновой склад был, клуб был. Вот. И потом в 1980-х годах был пожар. То есть сгорел все, остались одни стены. За несколько лет удалось собрать деньги и восстановить, что смогли. Установили новые купола. Сейчас храм действует. И здесь открыли свой собственный приход. В том числе и благодаря помощи от других епархий. И вот в 2011 году к нам в Курбатово приехал отец Владимир Удовенко. Он увидел порошенный храм, ну и как бы собрал приход, организовал, и решили восстанавливать этот храм. Когда переступаешь порог, забываешь о всех житейских делах и проблемах. Остаешься один на один со своими мыслями. Любопытная деталь. Иногда во время проведения праздничной литургии прихожане замечают, что под куполом церкви люстра, которая висит, начинает раскручиваться. В последнее время эта карусель происходит довольно часто, и замечают это явление все больше людей. В храме объясняют это Божьей благодатью за восстановление священного места. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».